Три, два, один. И пламя мира оставит след в миллионах сердец, исполняя самые сокровенные мечты. 30 июня. Минск. Стадион «Динамо». Музыка в ритме твоего сердца. Джей Морс. Айова. Тесла Бой. Лепреконсы и другие звезды. 22 тысячи зрителей на стадионе. Великие спортсмены Европы. Телетрансляция на весь мир. Генеральный продюсер Игорь Крутой. Церемония закрытия вторых европейских игр. Есть события, которые происходят лишь раз в жизни.